Камрады, всем привет! Нахожусь сейчас на море, не знаю, когда вы этот видос будете смотреть. Я сейчас нахожусь на море. Короче, тестил сегодня наушники новые для Deos A2. Сейчас все покажу. Ну, смотрите, все как бы отработало. Все отработало, все нормально. Звук шикарный. Мне в квадрате понравилось больше работать, чем в ПВМ, если честно. Привык, наверное, уже костным к этой зазвучке, которая там была. Ну вот, но самое хреновое в том, что я угандошил, похоже, один наушник. Когда мне нужно было повесить фонарь на голову, вот, я... То ли я их дернул, может быть, я в воду их уронил. И пипец, левое ухо перестало работать, правое работало. Дальше продолжал искать справа. Вот, и все вроде было нормально, но один ух не работает. Попробую потом костные вставлю. Может быть, меня вообще какой-нибудь вышибло порт. Проверю. Короче, все доложу потом вам. Ну и по находочкам, друзья. Не так все и плохо на самом деле было. Короче, четкие попались. Два серебряных кольца. Пипец, друзья, комары жопа съедают. Вот еще серебряные. Потом я все покажу, сделаю отчетик. В шорцах выложу короткий видосик. Крест попался. Ну и, короче, монеты. Где-то еще 5 этих самых копеек было, Советский Союз. Но, не знаю, то ли я их просрал, то ли где-то сумки завалились. Вот такой вот результат. Так что, друзья, вот, отчитался о новых наушниках. Вроде все работает, но ухо одно я как-то угандошил. Ну, надеюсь, все будет хорошо. Это, скорее всего, не косяк этого переходника, а, скорее всего, мой косяк, что я что-то, видать, механически чисто повредил. Все, на этом красивом закате я с вами прощаюсь.